Всероссийский день славянской письменности и культуры в Краснодаре впервые отпраздновали под открытым небом. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, в этот день в столице Кубани прошел первый православный молодежный фестиваль «Моя вера православная». Фестиваль приурочили к значимым для России событиям – 700-летию со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского и Дню памяти основателей славянской письменности святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Эти события не обходят и нашу Россию, наше Отечество. Они ключевые. И вот поэтому сегодняшний день – это торжество всего города, всех молодых людей, кто сегодня пришел, и православных, и светской молодежи, чтобы отметить это событие торжественно, весело, радостно и поделиться еще одна удобная площадка для совместного общения со священнослужителями, православной молодежи, светской молодежи, все, кто сегодня собрался на этом замечательном фестивале. Православный фестиваль развернул работу на одной из центральных площадей города. На профессиональной сцене перед зрителями выступили православные и светские творческие коллективы и сольные исполнители. Фестиваль включал в себя несколько направлений. Работали тематические площадки православной культуры, где проходила выставка храмов Екатеринодарской Кубанской епархии, выставка молодых художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Работали творческие мастерские, где можно было получить, скажем так, азы того или иного мастерства. Православный молодежный фестиваль «Моя вера православная» – первое масштабное детище совместных трудов отдела по делам молодежи Екатеринодарской Кубанской епархии и городского управления по делам молодежи. Для нас, я считаю, что очень важно проводить такие мероприятия, так как это очень сближает людей. Кроме всего этого, это проповедь и православие, это проповедь дружбы, любви, внимания друг к другу. То, чего как раз у нас сейчас в нашем обществе не хватает. Особенно в связи с теми событиями, которые проходят у нас в Украине. Вот, гражданская война и многие-многие другие события. Поэтому для нас такие мероприятия, они будут служить именно сближением друг к другу. Русская история и культура – наше великое наследие, над которым мы, нынешнее поколение, не трудились, взращивая, но которое обязаны развивать и приумножать. Площадка православного молодежного фестиваля как раз и призвана способствовать этим целям. Приоткрыть для молодых людей богатство родной культуры и, главное, родной православной веры. Мероприятие продлилось целый день.